Outdoor recreation – развлечение на открытом воздухе. Кемпинг – поход с ночевкой. 2. Боутинг – катание на лодке. 13. Canoeing – гребля. 4. Рафтинг – катание на плоту лодки. 5. Фишинг – рыбная ловля. 6. Хайкинг – прогулка пешком. 7. Бэкпекинг – поход. 8. Mountain biking – езда на велосипеде по горам. 9. Horseback riding – езда на лошади. Предметы, которые нужны в туристическом путешествии. 10. Tent – палатка. 11. Campfire – костер. 12. Sleeping bag – спальный мешок. 13. Foam pad – пенопластиковая подстилка. 4. Life vest – спасательный жилет. 15. Backpack – рюкзак. 16. Camping stove – походная плита. 17. Fishing net – рыболовная сеть. 18. Fishing pole – удочка. 19. Rope – веревка. 20. Multi-utensil knife – это нож в стиле швейцарского, многофункциональный. 21. Matches – спички. 22. Lantern – фонарь. 23. Insect repellent – средство от насекомых. 24. Canteen фляга. The beach – пляж. Если говорить си коротким, получается смысл другой. Ocean – water. Океан – вода. 2. Fins – ласты. Driving mask – маска для плавания, водолазная. 4. Sailboat – парусная лодка. Surfboard – доска для серфинга. 5. Есть. 6. Wave – волна. Вот она на дальнем плане. 7. Wetsuit – гидрокостюм для плавания. 8. Scuba tank – акваланг. 9. Beach umbrella – пляжный зонтик. 10. Sand castle – замок из песка. Теперь вот 11. Cooler – переносной холодильник. 12. Shade – тень. 13. Sunscreen – sunlock. Защитный крем от солнца. 14. Beach chair – пляжное кресло. 15. Beach towel – пляжное полотенце. 16. Piers – пирс. 17. Sunbather – загорающий. 18. Lifeguard – спасатель. 19. Life saving device – спасательные принадлежности. 20. Lifeguard station – спасательная станция. 21. Seashell – морская раковина. 22. Pail bucket – ведро. 23. Sand – песок. 24. Rock – скала, камень. Вот. Seaweed – a plant that grows in the ocean. Морская капуста – растение, водоросль, которая живет, то есть растет в океане. Tide – level of ocean, the tide goes in and out every 12 hours. Это прилив-отлив, который меняется каждых 12 часов. Are there any beaches near your home? Есть ли пляжи возле ваших домов? Do you prefer to spend more time on the sand or in the water? Вы предпочитаете больше времени проводить на песке или в воде? Where are some of world's famous best beaches? Где находятся лучшие пляжи мира? Репетитор по скайпу Smart Teacher 197.